Наконец-то я ксов Бриджстоун. Своими силами это я не покупал, это я сам насобирал. У меня есть еще сплинтер. То есть, ну, Эш. Ходка на Эш. Вот. Я никогда еще не был там у Бриджлорда. То есть это моя первая ходка будет. Мне кажется, нужна Руби Фласк. Так. Вместо чего мне ее поставить? Вместо уклонения или куда? Че, наверное, вместо мулспида я поставлю Руби Фласк. Сделаем так. Никогда до этого... О, мулспид, отлично. Никогда не было в доминионах, в этих, в домейнах. У ксов там 70 уровень, насколько я помню. Это не пьюр. Конечно же, это не пьюр. Потому что я сам побегу. Это такой легенький, обычный. Вообще, я не сомневаюсь, что зачищу его. Проблема только с боссом, потому что я босса хотел убить. Я не уверен, что убью босса. Экспы тут до хрена, по идее. Да, 70 уровень мобов. То есть, зачистить я зачищу. Вот только то, что я босса убью. Ну, посмотрим, надеюсь, убью. Но экспы, по идее, тут много. Лута, экспы. Это хоть и не фьюг, но... Мобов мало прокает, мне кажется. Тут музыка особенная, прикольная. Насчет Эш я не знаю, когда я на Эш пойду. Ксофа попробую. Лорвиф у меня. Лорвиф это я купил там за 100 хаусов, если не ошибаюсь. Пятилинк Лорвиф. Мне кажется, Лорвиф это лучше одно для вот этого персонажа. Ну так, не супер много экспы. В пьюр. Что не было бы больше, конечно. Такое уники карты падают. Обычные мобы нормальные идут. Вот с боссом я даже не знаю. Как пойду? Мало экспы, кстати, я думал больше будет. Что уровень мобов низкий. Экспы мало. Такая же экспа, как и была. Опа-на. Ну что ж, ни пуха, ни пера. Я видел, как его убивают? Я примерно представляю.
принципе, с такой тотемом. Ох, нормально так. О, блессинг выпал. Нормально. Да пошел ты, блядь. Ну, нормально. Сколько он там блессинг-то стоит? Нормально. Слушай, как-то так. Да, денег в последнее время, конечно, у меня много. Дроп очень хороший. Еще б не рипнуться.